Россия рассматривает себя в моем видении, да, как очень, как важный игрок на мировой арене, задачей которого является содействие формированию по-настоящему демократической системы международных отношений. Что нас беспокоит, это то, что мы видим попытки втянуть регион, и это не соответствует интересам России, должен сразу сказать, втянуть регион в вот эти геополитическое противостояние. И тогда уже, если, скажем, действовать в отношении региона, исходя из логики противостояния, то и искажаются сами, скажем так, и цели, и методы работы. Это создает, на мой взгляд, в общем, серьезные проблемы с точки зрения реального урегулирования, которое бы шло в интересах именно народов региона, а не в интересах каких-то внешних сил. Я бы не стал, скажем так, ну, пометуя тот опыт, который уже есть международный, да, не стал предаваться эйфории в отношении возможности, миротворческих возможностей разного рода международных там, и иных структур. Мы имеем опыт Украины, не очень хороший, имеем опыт и бывшей Югославии. Базовый подход России состоит в том, что мы, конечно, готовы оказывать содействие процессу нормализации, в том числе и подготовке мирного договора, но, естественно, и содержание переговоров, их темп, это зависит от сторон. Что касается базовых, так сказать, базового подхода, то что касается России, он неизменен. Мы, в общем-то, верны своим обязательствам, верны тем документам, которые были подписаны между нами в 90-х годах, в том числе. Сам объем наших взаимоотношений делает неизбежным появление каких-то проблем, там, разночтений, разногласий. Это нормально. Главное, чтобы вот сохранялся вот этот стержень, то, что объединяет наши народы, и то, что соответствует, я в этом абсолютно убежден, общности наших стратегических интересов.